Первый не только в городе, но и в стране. В следующем году в Набережных Челнах начнется строительство центра дельфинотерапии, где появится новый для города объект и для кого предназначена нетрадиционная методика лечения, удалось узнать нашей съемочной группе. Пока центр дельфинотерапии существует только на бумаге, но в проекте все учтено. Обязательными составляющими этого двухэтажного здания станут пандусы, лифты, широкие коридоры и лестничные проемы, а также санузлы для инвалидов-колясочников. Он будет ориентирован исключительно на оказание помощи детям больным ДЦП, аутизмом, с отставанием в умственном развитии. Также для людей, пострадавших в техногенных катастрофах, что сегодня очень актуально, получившим какие-то психологические травмы. В роли терапевтов выступят не привычные для посетителей челнинского дельфинария артисты, а специально обученные дельфины. Тренеры также пройдут подготовку. В Анапе занятия с пациентами будут проходить в двух бассейнах разной глубины под наблюдением врача и психолога. Место для нового объекта уже выбрано. Он появится на участке между бассейном «Дельфин» и спортшколой «Ярчалы». В проекте предусмотрены 5 гостиничных номеров. Ведь планируется, что сюда будут приезжать дети со всей страны. Через пару лет в нашем городе появится единственный в России центр дельфинотерапии. Предполагается, что курс лечения в нем будет стоить гораздо дешевле существующих сегодня западных аналогов. Полина Осадчая, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.